Старейший омский ночной клуб «Атлантида», который работал на протяжении 16 лет, закрыли, потому что он перестал приносить доход. Об этом рассказали его владельцы. Посетителей стало меньше, денег на содержание здания площадью более 1000 квадратных метров не хватало, нечем было заплатить и за аренду. Сейчас в помещении идет демонтаж осветительного оборудования. Отмечу, что клуб «Атлантида» был открыт в 2000 году в здании бывшего завода «Электроточ-прибор». На протяжении многих лет заведение было одной из самых популярных развлекательных площадок в Омске.